Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мой музей». Ох, у нас сколько с вами денег накопилось. Сегодня пойдем раскопки делать на какого-нибудь нового динозавра. Но для начала нам нужно купить местечко. Так, а что это такое у нас? Уровень. А, ну уровень я помню. А где... Подожди, а как же мне, например, чтобы появилось новое местечко? Как нужно сделать? Так, увеличение, может быть, здесь? Ага, вот, вот, ребята. Стоит это 2000, елки-палки, обрадовался, да? Думал, у меня много денег. Дудки, но, тем не менее, мы с тобой сделали один постамент. Ну, вот сюда вот можно было бы и второй, на самом деле, сделать. Вау. Что-то новенькое. Ну что, давай глянем, наверное, с тобой, да? На карту. На карту нам надо перейти. Все позабыл, друзья мои. Абсолютно все позабыл, как делается. Так, это мне не нужно. Мне нужно перейти на... Это снимок я сделал, совсем не то. Это нам не нужно. Это у нас настройки. Погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка. А как я должен посетить раскопки? Так, смотри, я могу и здесь, ну тут уже 3000 или 10 гемов. 10 гемов мне есть, давай построим еще с тобой один постамент для наших, так сказать, скелетов от динозавров. Все, два постамента у нас с тобой есть, тут уже надо будет что-то открывать. Но на самом-то деле мне надо посетить Нью. Ух ты, смотри. Сколько стоит 20 тысяч, друзья мои? Я так понимаю, этот робот, он собирает монетки. Мне не надо будет постоянно это дело контролировать. Он будет сам все это делать. Суперсвет. Суперсвет, я... Как? Вау, ты смотри, как у меня подсвечивается теперь вот этот вот анкилозавр, да, по-моему? Классно, да? Все лайки там ставят, все довольные, фоткаются. Шикарно. Но меня интересует другой вопрос. Как мне пойти на раскопки? Совсем все забыл. Как-то взять, отправиться же можно. Коробочка это что? Нет, коробочка это не то. Так, это у нас постройки. Это открывается, ребята, следующая комната. Вот она, карта. И мы с тобой идем вот. Ох ты. Смотри, у нас вот такие вот есть и уже другие немножко динозаврики. Да? Это карта, а... Энциклопедия. О, велоцираптор. Пафи... Кто... Пачихи... Ты... Язык ломаешь. Анкилозавр. Их тут... Слушай, о, 48 скелетов динозавров мы с тобой можем здесь найти в общей сумме. Слушай, ну это прикольно. Но самое интересное, почему я не могу отправиться на поиски? Вот ты мне объясни, пожалуйста, почему я не могу пойти и найти? Мне кажется, нужно здесь нажать вот сюда и вот так вот сделать. А потом уже нажимать. Ребят, я был прав. Ну что же, у нас с тобой новое место. Энергии мало, я вижу. И очень тяжело мне дается поиски. Вообще ничего не нашел. Грустный, грустный у нас, конечно, археолог. 1200 стоит только лишь одна попытка на поиски. Ну ты понял, да, что нам нужно с тобой насобирать, во-первых, денег очень много. И я пойду, наверное, все-таки искать не супер редкого динозаврика, а какого-нибудь простенького. Ну, бронзового, скажем так. Нет, это мне не надо. Мне просто надо перейти на карту. Да что ж ты будешь делать-то? Я уже... Нет, мы кликаем сюда. Потом нажимаем на раскопки. Да ладно. В любом случае, что ли, нам придется... А, ну теперь я пока не найду, да? Мне нельзя отменить задание. Это печалька. Это... Ах, да тут еще два слоя. Вон, как раз там, ребята, вон... Я вижу кости какие-то. А можно отменить это задание? Ведь можно же, да? Конечно, можно. Так, дайте мне, пожалуйста, денежек, потому что я очень сильно потратился. Причем две попытки мои были неудачные здесь. И
Теперь мы с тобой пойдем на... Так, вот карта. А можно мне поменять? Или здесь только обязательно вот таких надо искать? Слушай, скорее всего, ребята, это у нас суперские динозаврики. Вот если я так... Ух ты, это что такое у нас? Это что такое? Странно, да? Поменять я не могу задание, ты представляешь? Не могу даже отменить его. Хотя на карте у меня вот здесь есть два... Ну, вот мы сейчас здесь, а у нас вот два новых месторождения, где мы можем найти тех самых динозавриков. Но почему-то мне не дают этого выбора. Абсолютно, чтобы я смог пойти на свою старую карту. Может быть, вот так надо сделать? Абсолютно ничего не дают. 1200. И хоть ты тут что сделай, ну 1200 заплати и будь добр. Так, что это у нас выпало? Я не знаю, что там выпало у нас такое. Но тут аж три слоя, ты представляешь, аж три. Раз, два и три. Ну это тяжело. Надо прокачивать нам с вами компании, судя по всему. Надо же, что-то нашел. Довольный, довольный, конечно, он остался. Наш археолог. Но недовольный остался я. А почему? Потому что нужно нам с тобой что-то прокачать. Так, это у нас донат. Донат я не хочу. Вот здесь вот где-то, да, у нас идет прокачка. Level up. Это у нас посещаемость, по ходу дела, да? Вот это вот идет раскопка 1200. А вот это у нас... Сколько мы за один удар можем с тобой открыть территорию? 1600. Или все-таки копание нам увеличить? Ну, увеличили мы с тобой больше ударов, да? Больше мы можем с тобой махать мотыгой, чтобы, ну, раскапывать землю. И могу еще. Еще могу что-нибудь. Так. Давай мы с тобой, наверное, повысим посещаемость наших дорогих гостей, потому что от них зависит наш, как говорится, прирост в монетах. Этот такой посмотрел, аж взгрустнул. Смотри-ка, всем интересно, что это я тут нашел такое недоделанное. Да, друзья мои, пока нашел вот один хвост, видимо. Я так понимаю, с деньжатами очень плохо у нас все с тобой. Что у нас в этом чемоданчике? Так. Это у нас все, что давалось когда-то бесплатно. Теперь этого мы не получим. Бесплатно, по крайней мере. Поднять уровень я тоже не могу. Этот, вот это, конечно, 20 тысяч вот этот робот. Собиратель стоит. Но ведь я же могу просто пойти и поискать, например, вот таких вот обычных динозавров, или нет? Вот давай посмотрим. Например. Так. Будь добр, типа, заплати соточку. А если я вот так вот сделаю? Смотри, что мы делаем. Мы с тобой убираем этого динозаврика. И теперь идем с тобой на нового. 500 он стоит? Окей. Мы с тобой пошли на поиски нового динозавра. То есть у нас с тобой были до этого два одинаковых. А теперь будет абсолютно новый. Оу. Финиш. Почему финиш? А, все, что можно, я нашел, да? О, довольные какие, отлично. Собираем потихоньку. И я думаю, что... А хватит у меня? Нет, нужно 500 монет. Поэтому отсюда выходим. Забираем денежку, которая у нас в этот момент накопилась. Вот, теперь нам с тобой вполне хватает. И мы продолжаем с тобой наши раскопки. Да-да, я согласен, 500 монет. Но 500 монет это еще по-божески. А там, извини меня, 1000... Оу. Очередная кость. Так, монеты. Монеты это, конечно, тоже хорошо, но для меня не особо существенно. Мы с тобой больше денег получаем, когда у нас приходят туристы, да, и смотрят. Все, денег не хватает. Опять нужно собрать 500 монет. Слушай, ну они с монетками что-то, ребята, не особо в данный момент хотят делиться. В тот раз ты помнишь, мы с тобой сколько зарабатывали? По 2000 просто за один заход.
А теперь, видишь, им что-то не устраивает. Ладно, мы с тобой пойдем дальше. У нас хватает монеток. И мы приступим с тобой к дальнейшим раскопкам. Жалко, у меня нету этого рентгена, да, друзья мои? О, я тут вообще ничего не нашел. Печалька, да, археолог, конечно, взгрустнул. Но я же тоже в этом не виноват. Я же тебе не рентгеновское зрение имею, чтобы видеть, где у нас тут. Вот, вижу кость. Окей. Ух ты. Мы с тобой нашли какой-то синенький рубин. Синенький рубин. Как так может быть, если он красный? Вот, ну, короче, гемчик мы с тобой нашли. Я соберу все-таки нового динозавра. Чего бы этого мне не стоило. Обязательно соберем. Слушай, ну здесь тоже дают все-таки монетки за то, что смотрят вот этот недоделанный хвост динозаврика. А что у нас тут? За видосик плюс 50 посетителей. Типа сразу нам, да, придут. Слушай, мне интересно... А, слушай, так он... Да, это же обычный гем, друзья мои. Я думаю, что это какой-то новый у нас предмет найден. Нет, это обычные гемы, за которые мы с тобой можем покупать определенные вещи. Окей, пойдем тогда с тобой искать дальше. У нас 36% найдено. 36%. Я думаю, что лучше все начинать где-то вот с серединки. Потому что, вот, видишь, уже что-то видно. Ага. Одну косточку мы нашли какую-то. Эй, чуть-чуть не хватило, блин, чуть-чуть не хватило. Ты видел, да, там была кость еще одна скрытая. Ого, какой-то интересный. Интересный здесь получается у нас динозавр. Так, давай мы с тобой вот так вот пощелкаем. Воу, кость. Вот, 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 ребята. А это, по-моему, повтор у нас, да, идет? По-моему, это у нас повтор. Такое у нас было. Новинка и... Да, это у нас было. Так, ну что же. Денежек опять у нас с тобой не хватает. И мы с тобой, естественно, начинаем сборы. С наших туристов. Вот, теперь мне хватает на два поиска. И, естественно, я приступаю. 45% уже найдено. Почти половина. Почти. О, вижу. Тут что-то у нас. Ух ты. Ребра. Это меня радует. Ах ты, вот, нашел, нашел, все-таки успел. Но это, по-моему, повторение. Вот такая у нас была косточка. Так, вот это, понятно, новая. А это, да, это была у нас. Оу. Так, что там? Что-то показали непонятное. Так, ну, а мы с тобой дальше продолжаем поиски. Так, здесь, по-моему, ничего нету. Тут... О, тихо, вижу. Нет, это показалось. Показалось, меня обманули. Опять, это повторение. Это, ребят, повторочка. Вон была кость, оказывается. Елки-палки. Но, тем не менее, они хоть и находят повторку, да? Но не грустят. А нет, этого не грустят. У нас с тобой опять закончились. Деньги очень быстро заканчиваются они. Вот так вот, недорогое это, ребята, удовольствие. Искать останки динозавров. Но зато интересные. Да? Зато интересное. Когда-то на нашей земле ходили вот такие вот большие гиганты. Правили землей. Так, по-моему, это повторочка. Опа, новое, что-то новое. Слушай, у нас еще... А, мы все, мы нашли, что могли. Это новенькое, а это уже было. Нормуль. Так. А, это, по-моему, у нас птеродактиль. Мне почему-то кажется. Уж больно похоже на него. Кость. Так, новая, не новая, я не знаю, ребят. Вот, 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 вижу. Окей. То есть у нас здесь может быть еще и ящиков очень много. Так, это новая кость. И это новая. У-у-у. Две новые косточки. Да, это птеродактиль. У нас 81% уже найден. Поехали еще. Нам нужно найти череп от птеродактиля. Вот где... О. Так, ну это вроде бы была у нас такая кость. Эх, не хватило. Ну ладно, хоть что-то нашли. Слушай, новинка. Так, и получается нам, да, действительно не хватает только лишь головы найти. Так, с финансами я понял. Проблема, давай попробуем здесь пособирать. Давай, 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 собираем.
И вот здесь. Слушай, нам хватает как раз на два с тобой поиска. Мы с тобой продолжаем. Всего лишь 10% нам найти. То есть нам, наверное, голову найдем. И все, так, что-то нашли. Оу, крыло. Слушай, ну шикарно. Оказывается, тут еще крылья есть. А ну-ка посмотрим. Нет, это голова, это не крыло. Все, друзья мои, комплит. Награда, все дела. Птеранодон, вот кто это. И у нас... Ух ты, еще появилось два. Погоди-ка, погоди-ка, у нас появилось два. А куда я их буду, по-твоему, ставить? Вот объясни мне, пожалуйста. Куда мне их ставить, если я не могу? Конечно бы хотелось бы вот здесь, вот, вот это вот место. Почему я его не могу, ребята, поменять? М? Написано собрать, да, я хочу убрать его. Могу я теперь взять... Не хотят они мне давать, и все, отдают вот этого, и хоть тресни. Почему так несправедливо? Он же дорогой, он обходится очень дорого в этом, в поисках. У меня нет столько денежек, чтобы начинать такие крупномасштабные поиски, так скажем, да? Так, ну здесь у нас с тобой разные динозаврики. Поэтому все, в принципе, хорошо. А что нужно для того, чтобы открыть, например, следующую комнату? Вот это вот. Что нужно сделать? Они мне не говорят, не показывают. Может быть, вот тут как-то сделать надо? 10 тысяч монет. Приготовь, тогда тебе дадут туда допуск. Ты понимаешь? Вот такие вот дела. То есть... Подожди-ка, а что в данный момент? Я могу вот так вот просто пойти... А, нет, нет, это просто мне показывает. Ну, делать нам, ребят, с вами нечего. Придется идти на эти поиски коварные. Всего лишь 4% я нашел. Слушай, а мы же можем с тобой улучшить наших археологов? Вот только что тут улучшить? Обхват, может быть? Ну, больше территории будем захватывать с тобой. Ёлки-палки, 2300, следующее улучшение. Может быть, мы с собой насобираем сейчас как-нибудь быстренько, а? Слушай, а если я гляну видосик, чтобы ко мне пришло больше посетителей? Как думаешь, это будет выгодно мне или нет? Мне кажется, это будет хорошая идея. Может быть, даже денег нам побольше с тобой откинут. Может же быть такое? Так, а тут у нас стартовый пак. Я его брал, нет? Ха-ха, за 500 рублей стартовый пак, прикинь. Также можно вот здесь вот рулетку. Давай крутанем. Я скажу, ребята, вам одну такую вещь. Я посмотрел рекламу, а игра взяла и вылетела с ошибкой. Ты представляешь? Не буду я больше смотреть никаких реклам. Раз так они поступают с нами, да? Ну что, у нас с вами 2236 монет. Я могу пойти на раскопки, а могу также продолжить улучшать. И я думаю, что все-таки мы с тобой будем улучшать. Мы потерпим с тобой маленечко, да, накопим сейчас денежку. Повысим уровень именно вот так вот. 3200. Угу. 3200. Теперь мне нужно накопить определенное количество денег, чтобы я смог пойти и уже делать раскопки. Единственное, что я не могу вспомнить, где же все-таки та функция, где я могу призвать автобус, который приведет мне посетителей. Где это все делается, а? Здесь же у нас только улучшение, да? Улучшение и покупки. В этом у нас... Ну, ты сам видишь, что у нас здесь. Автобуса никакого нету. Вот, вот оно где. Ну что, давай посмотрим. Я надеюсь, не вылетит она с ошибкой, как в прошлый раз. Друзья мои, слава богу, не вылетело. Все отлично. Вот у нас прибыл автобус. С кучей просто туристов. О, тут даже бабулька ходит. Бабульке тоже интересно стало, да? А, дедуля там. На старость лет. Что же? Ох, сейчас мы с тобой, наверное, нас... Смотри, толпа какая! Вау, как дикари, смотри! Побежали, побежали, все тут рассматривать. Сейчас мы с тобой, наверное, тут немножко кушанем. Вот.
это я понимаю. Вот это да, вот это пошла прибыль. Такие см... Я бы тоже, наверное, пришел бы из принципа посмотреть, а почему здесь монумент недоделанный. Кто-то там недоволен, смотри, что-то там. Кто-то лайкает, кто-то в замешательстве в каком-то. Слушай, ну вот, смотри, вот это совсем другое дело. Денег прилично надавали. Ой, красота. Так, а нам нужно с тобой 10 тысяч, да? Чтобы открыть следующую комнату. По идее, если вот так вот вызывать туристов, я, интересно, могу еще раз или нет? Вот здесь должна появиться у нас иконочка, да? Вот они, короче, быстренько посмотрели. Ну, тут смотри, за одну заходку я получил 4000 голды. То есть две такие заходки, мы с тобой могли бы спокойненько открыть следующую комнату. Но мне кажется, что в этой комнате, помимо того, что ее открыть, все, туристы уехали. Что ее открыть, нам нужно будет еще и постаменты эти улучшать. Понимаешь? Ну что, смотри, 4300 у нас накопилось уже денег. Здесь 10 тысяч надо или 10 гемов, а у нас только всего лишь один гем. Ну что, рискнем, попробуем еще немножко поискать. Все равно выбора у нас нет с тобой. Я вижу пока... О, кость. Вижу кость, ребята. Окей. Она, кстати, не в самых глубоких слоях находилась, эта кость. Поэтому я ее... Во, еще одна. Нет? Показалось. То есть тут... Во, это монета. Тут как бы три слоя. Раз, два, три, да? И можно в каждом слое найти. Оу. Так, это ребра у нас. Ну что же, давай дальше искать. Давай с тобой дальше продолжать поиски. Опа, видишь? Нашел. Не обязательно тут прокапывать три слоя. Можно и во втором. И даже вот. Что это сейчас было? Я нашел или... Или это был просто мусор какой-то? Ладно, одну кость мы все-таки какую-то нашли. Это, видимо, лапа. Слушай, это не Т-рекс ли? Нет, вряд ли. Хотя, похоже что-то на него. Ну-ка, давай здесь пошуршим. Конечно, вот эта вот возможность побольше орудовать киркой тоже хороша. Блин, но мне достаются только монеты. Сегодня, конечно, неудачно получилось. Сейчас будет грустить археолог наш. Так, ну, есть тут монетки. О, монетки есть. А сколько стоит прокачка киркой работать? Так, это еще плюс 2, да? Сделаем, друзья мои, сделаем. Это получается у нас 22 удара. Теперь, естественно, нужно собирать монетки. А следующая стоит сколько? 2300, да? Жалко, не могу туристов. Хочу туристов сюда позвать. Дайте, пожалуйста, мне призвать туристов. Они мне очень тут хорошо помогают. Очень много денежек выдают. А сейчас мне даже не хватает вообще ни на что. А расплата идет у них, когда они выходят, или когда просто посмотрят на экспонат? По-моему, когда посмотрят, да? Вот смотри, вот она так задумалась, естественно, задумалась. И, наверное, чем больше понравится, да, тем больше тебе денег будут за это все дело давать. Ну, так как вот эта вот скульптурка не очень им нравится, да, недоделанный динозаврик. Дают мало монет, видишь, там, в замешательстве. Причем именно только вот здесь почему-то. Здесь везде лайки идут. А там просто в замешательстве они. Ну что, выбор. Либо пойти на раскопки, либо еще немножко подождать и купить себе еще один взмах киркой. То есть там даже не один взмах, там будет два взмаха. Народ идет очень медленно, медленно, нехотя. Но идет. Ладно, я предлагаю, наверное, сходить. Пойдем, сходим, поищем с тобой. Может, что-нибудь найдем полезное. 14% только нашли, ты представляешь? 14 только лишь процентов. Да, эти слои, конечно. Опа. Есть, нашел. Нашел, друзья, что-то хорошее. Еще, по-моему, кость. Вау. Пошло дело. Пошло, друзья мои, дело. Две новые кости. Ух ты. Это не брахиозавр ли случайно?
что-то напоминает именно его. Так, монеточки забираем. Я думаю, да, будет дальше все сложнее и сложнее искать динозавриков нам. Ну, для этого нужно будет прокачиваться, это понятное дело. Автобус не дают мне, туристический, почему-то. Один раз дали и все сказали, парень, отдыхай. Так, ну что, давай, наверное, еще пойдем с тобой на поиски, мне понравилось искать. 23%, слушай, ну тут, наверное, много костей нужно, 23%, если только мы насобирали с тобой. Так, это монеты, это не то. Видишь, много впустую мы с тобой копаем. Очень. Так, так. Ох, что-то нашел. Отлично. И вон была еще одна кость. Ну, поздно, поздно, конечно же. Так, нашли еще одну лапу. Вау. Ну, потихоньку уже собирается. Потихоньку, да? Так, 1200, да, стоит у нас одна попытка раскопок. 1200 я насобирал. Ух ты, а это что у нас? Давай, конечно. Автобус прибыл с моими туристами. О, сейчас разживемся немножко на денежку. Смотри, их целая там бригада вылезла. Школьники какие-то. Вау, арава побежала сейчас. Пускай любуются. А что это такое, плюс 110? Что это? А, это ко мне в плюс. Окей, спасибо большое за подарочек такой. Опять тут почему-то возмущенные все, а? Смотри. Ну, правильно, кому охота смотреть, ну вот, недоделанный, да, экспонат. Зато здесь, смотри, как шикарно дают. О! Просто благодать. Давай, давай, давай. 4000, да, мы где-то с тобой уже насобирали. Да, 4000 есть. Так. То есть на 3 раза у нас хватит уже заняться раскопами. Слушай, я знаешь, что предлагаю сделать? Не тратить все на раскопки, а все-таки повысим еще с тобой здесь уровень, да? Так, а вот это что у нас? Это получается посещаемость, да? 30%. Может быть, лучше посещаемость нам с тобой улучшить. Оу. 40%. Блин, да и это тоже, по идее, надо. Ах, ладно, хорошо было, не было. Посещаемость 50% у нас нашего музея, я так понимаю. Ну что, 2700 в данный момент у нас с тобой денег. Ну что будем делать? Слушай, а если вот этот экспонат у нас вот этот вот пустует, почему я не могу? Могу. Он тоже стоит 1200. Ни на копейку не дешевле. 1200 и все. И хоть ты тут что делай. Ладно, поехали с тобой делать раскопки. 1200, будьте добры, заплатить. И все к вашим, как говорится, услугам. Лучше снимать. Не, так фигово получается, ребят. Фигово так получается. Угу. Вот он. Нет, это не кость, это была. Блин, опять без успеха, а. Ничегошеньки не нашли. Еще попытку. Хочу еще попытку. 3 слоя. Так, в этом слое ничего нету. Так, это гора была. Просто кусок горы. Ну что, опять что ли без успеха? Да ну. Ну хорош, ну чё так не везет-то мне? Куда они там спрятали? Я вот ума не приложу, куда можно там спрятать кость? Не, ну конечно, я понимаю, там есть очень много маленьких костей. Но ведь не так же сильно меня напрягать. Слушай, может быть, нам еще повысить с тобой посещаемость? А? Ты видишь, вроде неплохо так, люди идут. Тут до 20 можно, да, прокачать, а у нас пока 6 уровень. Ладно, ну люди зато больше идут. И, соответственно, больше нам выручки с тобой оставляют. На самом деле, я хотел бы поискать, ну, простых динозавриков. Я не знаю, может быть, если поменять кого-нибудь. Ну, например, убрать какого-нибудь, да, динозавра в коробку. И найти нового. Вопрос в другом. А смогу ли я потом поставить обратно его из коробки? Вытянуть. Ну, чтобы люди на него любовались. Или же нет, или это только один раз. Так, бабулечка там лайкнула. Спасибо, бабуль.
автобус бы дали бы мне, я бы тут, наверное, бы хорошо разжился. Самое удивительное, я не могу туда наверх подняться. То есть второй этаж тут еще будет. Так, монетки копим. 1200, да, нам нужно с тобой для раскопок. Ну вот, 1200 я накопил. Погнали. Будем дальше искать вот этого динозавра. Какой он тяжелый в плане поисков. Очень тяжелый. Я даже ума не приложу, где тут искать. Я все попытки просто сливаю, друзья мои. Представляешь? И все без успеха. Грустно. Но зато знаешь, в чем прикол? Ты можешь спокойно налить себе чаю, кофе, да? Пойти попить, а эти гости будут к тебе приходить, туристы, и оставлять тебе деньги. Потом ты попил, пришел сюда, сразу 10 тысяч хапнул, открыл себе все, что угодно, и все. И не надо по 3 часа стоять и ждать. Просто мне так не сделать. Хотя, почему сделать? Давайте сделаем небольшую паузу, да? В минут 5. Для вас это будет секунда. И соберем как можно больше денег. Ну что, друзья, насобирал я 10 тысяч, почти 11, и еще добираю. Еще добираю, буквально прошло 15-20 минут, и мы имеем с вами 14,5 тысяч монет. И вот теперь вопрос: или мне идти на раскопки, или же все-таки открыть здесь что-нибудь прокачать, или же открыть мне новую комнату. Вот что скажешь, как лучше? Я думаю, что все-таки надо открыть комнату. Давай мы, наверное, так и поступим. Откроем с тобой комнатушечку. Окей. Вау. Отлично. Сам понимаешь, да? Чем больше комнат у нас, тем больше постаментов, тем больше... Ох, ё-моё, я могу здесь искать вот этих вот динозавриков. Эх, солидно. Ну что, давай тогда приступим. Я надеюсь, он мне будет обходиться в разы дешевле, да? Чем поиски тех самых динозавров, которые за серебро. Вот этого хочу найти. Вот, вот это другой разговор. 700 монет всего лишь-то. И 2 слоя земли. Поехали. Вот это я обожаю. Вот это совсем другое дело, ребят. Ну, прям вот красота. О, я уже что-то нашел. Уже нашел. Так, а можно еще одну детальку найти, а? Нет, к сожалению, не успел. Но, тем не менее, мы нашли. Это, видимо, какие-то ребра. Угу. Дальше сразу же идем искать оставшиеся части. Так, ну-ка. Я думал, что-то нашел. Нет, показалось. Ай-яй-яй. Ну так нечестно, ну так нечестно. Такое впечатление, что здесь вот эти вот детальки будут очень-очень маленькие. И нам не получится найти их слишком быстро и легко. Так что давай попробуем еще разочек. О, слушай, ну это крупная деталь. Почему я называю это деталями? Если это ребра. Как будто я тут лего собираю. Так, смотри. Слушай, ну этот будет какой-то на одной палке всего лишь держаться. Удивительно. У нас монетки с тобой еще есть, поэтому продолжаем искать. Продолжаем искать и... Так, вот. Нашел я... Судя по всему, это лапа. Да, мы нашли только лапу с вами. Но все равно это большой плюс. Сколько процентов? Уже 25. Какой-то маленький динозаврик получается. 25% уже. Еще продолжаем искать, конечно же. Опа. Я подумал, ребят, что это какая-то кость. Но нет, это была не кость. Вот, нашли все-таки, нашли. Не зря мы сегодня копались. И все, только монетки, да? То есть еще у нас с тобой будет 2 попытки. Слушай, какой-то очень маленький, интересный динозаврик у нас здесь с тобой получается. А давай дальше искать. Да что ж такое-то, а? Где искать? По углам, что ли? Я не пойму. Где могут на него находиться... кости от этого динозаврика. А? Они меня все время обламывают.
Ух, еще одна попыточка у нас с тобой есть. Тут монетка. О, кость. Нашел все-таки. Нашел. Никуда она от меня не делась, не спряталась. Я ее откопал. Так, а тут только монетки. Оу, еще одну. Но это, по-моему, уже была или нет? А ну-ка, новинка. А это была, оказывается, да? Окей, смотри, две лапы. А теперь самое обидное стало, что после каждого поиска у меня реклама включается. Понимаешь? Сама по себе, даже я ее не прошу, а ее мне... Ух ты! Кость, а я думал, что это монета. Да еще, пожалуйста, мне, ну, пожалуйста, дай... Неужели тут... Во, что-то... Да ладно тебе, ну как так? Ну ведь откопал же. Почему? Почему так несправедливый сам ко мне? 50%. Так, нету денег. Я думаю, что у нас там насобиралось. Да? О, даже уже здесь есть. Ох, елки, сколько тут у нас с тобой монет. Ё-моё. Ну, мне хватит вот этого вот. Хватит для того, чтобы продолжить наши раскопки. Мы обязательно вернемся к этому динозавру. Не знаю, в этой серии или в следующей, но вот этого я точно сегодня найду. Кстати, у нас есть туристы, которые хотят посетить мой музей. Давайте позволим это им. Ну вот, автобус прибыл, значит, будет навар у нас нехилый. А я, пожалуй, пойду дальше искать вот этого динозаврика. Может быть, как раз успеем с вами к приходу туристов. Хотелось бы успеть, на самом деле. Так, ищем. Ищем быстро, усиленно, усердно. Ух ты. Так, подожди, нашел. Нашел, ребят, смотрите. Все. Новинка. А вот это, по-моему, уже было, да? Это было. Но, тем не менее, все равно. Ух ты. Кого же... Подожди-ка, это случайно не летающий динозавр какой-то? Похоже, это крыло. Я думал, вначале хвост. Но нет, по-моему, я... Есть. По-моему, это у нас была такая лапа. Есть, смотри. В первом слое нашел, а? По-моему, вот это не... Да, это новинка, а вот это уже было. Окей. Да, друзья мои, это какой-то крылатый у нас динозавр. Может быть, это уже точно птеродактиль. Потому что птеранодон уже мы с вами находили. Так, смотри-ка, этого не было. Этого у нас точно не было. Опачки, удача, друзья мои. Сразу две новые кости мы нашли с вами. Первая и вторая. Какой-то он странный. Смотри, это походу... Все-таки это хвост и два крыла. Остается нам найти, скорее всего, черепушку и вот остаток крыла. С удовольствием пойду искать. С удовольствием. Хочу посмотреть, что же это... За такой динозавр летающий у нас. Ну что-то, вот. Но это не то, ребят, это не то. Это у нас уже было, мне нужно черепушку и остаток крыла. Но, тем не менее, все-таки не зря. Если бы они хотя бы давали бы какую-то компенсацию за то, что я нахожу повторяющиеся детали, было бы тоже довольно неплохо. Так, вот. Нет, это, по-моему, было у нас, да? Или это голову я нашел? Что-то непонятно. Ну, две детали, которые здесь должны были быть, я уже нашел. Новинка. Так, это остаток крыла, который нам нужен был. То есть остается нам найти с вами череп. Да, череп, и все у нас будет сделано. Ох, вот с черепком-то будет. Так, это есть такая у нас деталь. Это монетка, я думал, что это черепок. Слушай, нет, это, скорее всего, тоже тут монетка была. Еще с вами отправляемся на поиски, потому что попытка есть. Я не успею, наверное, да? До ухода туристов найти черепушку. А хотелось бы, чтобы они пришли и полюбовались на мои раскопки. Да, к сожалению, не вышло. Ладно, пойдем тогда с тобой вернемся. Так, денег нету, я понял. Мы с тобой вернемся сюда в зал и заберем все монетки, которые у нас тут накопились. Кстати, неплохое количество накопилось. 4000 мне хватит. Вот я думаю, что этих денег мне точно хватит для того, чтобы все-таки найти черепушку-то эту. Не может же быть такого, чтобы я ее не нашел.
Ох, вот она, да? Ёп, ты посмотри, какая она большущая, голова-то. Ого. Голова просто огроменная. Так, и это уже повторюшка, да? Все, ребята. Ты посмотри, какая здоровая голова. Это что ж такое за... Ого. Диморфодон. Вот это да, ребята. Вот я не знал, что был такой динозавр летающий. Ведь летающие же, да? Это же крылья. И с такой огромной головой. Прикольно, мне нравится. Так, а теперь нам, скорее всего, с тобой нужно, знаешь, что сделать? Еще открыть один постамент. Давай вот здесь вот построим. Ох, елки-палки, 6000 монет они просят у меня за то, чтобы открыть новый постамент. Слушай, ну я думаю, что можно накопить денежек, да? Возможно, уже в следующей серии мы с тобой откроем новый постаментик и пойдем на поиски очередного динозаврика. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!